своем канале любимых подписчиков и гостей. Если вы находитесь на моем канале впервые, советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Сегодня мы будем рассматривать узор для туники. Он состоит из воздушных петель и столбиками с двойным накидом. Очень легкий. Сейчас разберемся. Итак, мы начинаем. Раппорт узора. 11 петель. Для примера нам надо набрать 30 воздушных петель. Держим петельку и набираем 5 воздушных петель подъема. 4, 5. Далее делаем двойной накид и провязываем в 30-ю петельку, которую мы держали, столбик с двойным накидом. Связали. 1 воздушная. Пропускаем 2 петли внизу. 1, 2. Заходим в третью и вывязываем столбик с двойным накидом. 1. 5 воздушных петель. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в ту же точку и вывязываем столбик с двойным накидом. Элемент связали. Далее мы набираем 5 воздушных петель. Смотрите на схему. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в основание, вот сюда, где соединяются 2 петли, и вывязываем столбик с двойным накидом. 1. Не довязываем, оставляем на крючке. На крючке сейчас у нас 2 петли. Делаем двойной накид на крючок, заходим в основание, в то же место, и вывязываем столбик с двойным накидом. На крючке 3 петли, провязываем все одной петлей. Элемент связан. Пропускаем 2 петли внизу. Заходим в третью. И вывязываем столбик с двойным накидом. 1, 2. Оставляем на крючке. Далее вот еще раз мы не провязываем. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в ту же точку и вывязываем столбик с двойным накидом. Оставляем на крючке. Делаем двойной накид на крючок. Вывязываем столбик с двойным накидом. У нас сейчас на крючке 4 петли. Мы все провязываем одной петлей. У нас мы сейчас провязали второй лепесток. Пропускаем 4 петли внизу. 1, 2, 3, 4. Заходим в пятую петлю. Делаем двойной накид на крючок. И вывязываем столбик с двойным накидом. Не довязываем, не довязываем. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в ту же точку и вывязываем столбик с двойным накидом. На крючке 3 петли. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в ту же точку и вывязываем столбик с двойным накидом. На крючке 4 петли, провязываем все одной петлей. Мы связали третий лепесток нашего цветочка. Набираем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в основание, вот сюда, где у нас соединяются 2 петли. И вывязываем столбик с двойным накидом. 1, 2. Оставляем на крючке. Делаем двойной накид. И вывязываем столбик с двойным накидом. На крючке 3 петли. Провязываем все вместе одной петлей. Мы провязали четвертый
лепесток нашего цветочка. Пропускаем 2 петли внизу, 1, 2, заходим в третью, делаем двойной накид на крючок и вывязываем столбик с двойным накидом, 1, 2, и провязываем все это одной петлей. 5 воздушных петель. Смотрите схему, там написано цифра 5. Значит, мы провязываем 5 воздушных петель. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в ту же точку и вывязываем столбик с двойным накидом. Элемент связан. 5 воздушных петель. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в основание, вот сюда, где соединяются 2 петли. И вывязываем столбик с двойным накидом. Оставляем на крючке последнюю петельку. Делаем двойной накид. Заходим в основание и вывязываем столбик с двойным накидом. На крючке 3 петли, провязываем все одной петлей. Мы связали первый лепесток. Заходим в третью петлю и вывязываем пышный столбик из 3 столбиков с двойным накидом с одной вершинкой. 1, 2, 3. На крючке у нас 4 петли. Провязываем все это одной петлей. Мы связали второй лепесток нашего элемента. Пропускаем 3 петли внизу, 4, 1, 2, 3, 4, заходим в пятую и вывязываем точно такой же элемент из 3 столбиков с двойным накидом, 2, 3, на крючке 4 петли, провязываем все одной петлей. Третий лепесточек связан. 5 воздушных петель. Двойной накид на крючок. Заходим в основание. Вывязываем столбик с двойным накидом. 1. И в ту же точку 2. На крючке 3 петли. Провязываем все одной петлей. Мы связали четвертый лепесток нашего цветка. Пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью и вывязываем столбик с двойным накидом. Полноценный столбик. 5 воздушных петель. И в ту же точку еще один столбик с двойным накидом. 1 воздушная. И в 2 последние петли мы провязываем столбики с двойным накидом. 2 штуки. Первый ряд связан. Пять воздушных петель. Переворачиваем работу, делаем двойной накид на крючок. Заходим во второй столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. 3 воздушные петли. Заходим в подарочку, которая у нас состояла в предыдущем ряду из 5 воздушных петель. И вывязываем 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. 3 воздушные петли. Теперь смотрите внимательно. Нам надо до конца же провязать этот цветок. У нас здесь вот 2 дырки есть. Первая и вторая.
мы заходим в первую дырочку и вывязываем пышный столбик из трех столбиков с двойным накидом с одной вершины. 2, 3 в одну точку. На крючке 4 петли, закрываем все одной петлей. Между ними 3 воздушные петли. Заходим во вторую, вот сюда, вот она, и вывязываем пышный столбик из 3 столбиков с двойным накидом с одной вершиной. На крючке 4 петли, закрываем все одной петлей. Мы связали с вами цветок. 3 воздушные петли. Заходим, лепесток этот пропускаем, заходим в арочку из 5 воздушных петель и вывязываем 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. 3 воздушные петли. Заходим в элемент, в цветок. Мы помним, что у нас тут есть вот она дырочка и вот она дырочка. И вывязываем лепестки из пышных столбиков. 1 столбик с двойным накидом. 2, 3. На крючке 4 петли, закрываем все одной петлей, 3 воздушные петли. Заходим в следующий элемент, вот сюда, вот, еще раз показываю. И вывязываем пышный столбик. 1, 2, 3. Мы связали цветок. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. Заходим в арочку вот сюда вот и вывязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 3 воздушные петли. Делаем двойной накид на крючок, заходим в столбик с двойным накидом предыдущего ряда, вывязываем столбик с двумя накидами, столбик в столбик. И в пятую петлю подъема мы вывязываем столбик с двойным накидом. Второй ряд связан. 5 воздушных петель. Переворачиваем работу. Заходим, первый столбик не трогаем, заходим во второй, смотрите схему. И вывязываем столбик с двойным накидом. 1. Теперь у нас цветы будут в шахматном порядке. Мы сейчас в этом ряду работаем вот с этими арочками, где у нас было 5 столбиков без накида. Мы заходим. Нет, пока никуда не заходим. 5 воздушных петель. Провязываем, заходим в основание, вот сюда вывязываем столбик с двойным накидом 1. И в ту же точку столбик с двойным накидом 2. На крючке 3 петли, закрываем все одной петлей. Мы связали сейчас первый лепесток. Теперь мы будем вывязывать... Лепесток у нас получается вот из этих 3 воздушные петли арочки были. Можно зайти во вторую петлю. Можно зайти под арочку. Давайте попробуем из одной петли. Заходим во вторую петлю и вывязываем пышный столбик. Из 3 столбиков с двойным накидом. 2, 3. На крючке 4 петли провязываем все одной петлей. Лепесток связали. Далее делаем двойной накид и заходим во вторую петлю. Вот это пропускаем из 5
столбиков без накида арочка. Заходим во вторую петлю и вывязываем пышный столбик из столбиков с двойным накидом. 2, 3. На крючке 4 петли провязываем все одной петлей. Три 5 воздушных петель. Заходим в основание и вывязываем пышный столбик из 2 столбиков с двойным накидом. 1 оставляем на крючке. 2. На крючке 3 петли, закрываем все одной петлей. Мы связали лепесток. Теперь делаем двойной накид на крючок. Заходим в арочку между двумя лепестками прошлого ряда и вывязываем столбик с двойным накидом. 5 воздушных петель. И в ту же арочку столбик с двойным накидом. 5 воздушных петель. Делаем двойной накид, заходим в основание и вывязываем столбик с двойным накидом. 1 и в ту же точку 2. На крючке 3 петли, провязываем все одной петлей. Лепесток связали. Теперь заходим в третью петлю. Вот сюда, во вторую. У нас тут было 3 воздушные петли. Делаем двойной накид, заходим во вторую петлю и вывязываем лепесток. 1 столбик с двойным накидом, в ту же точку 2 столбик с двойным накидом и в ту же точку 3. На крючке 4 петли провязали все одной петлей. Лепесток готов. Далее. Заходим в следующую арочку, пропустив вот эти 5 столбиков без накида. Заходим во вторую петлю и вывязываем лепесток. 1 столбик с двойным накидом. 2 столбик с двойным накидом. И 3 столбик с двойным накидом. Я думаю, можно вязать и подарочку. На крючке 4 петли провязываем все одной петлей. Можно вязать и подарочку. Никто там в большом изделии не видит, из одной петли она вытянута или из подарочки. Но дело вкуса, кто как привык. Я привыкла из подарочки. Заходишь в арочку и вывязываешь. Когда изделие крупное, никто не разглядывает. Далее пойдем. 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Делаем двойной накид, заходим в основание и вывязываем столбик с двойным накидом. 1, 2. На крючке 3 петли провязываем все одной петлей. Мы связали лепесток. Теперь делаем двойной накид, заходим в арочку между двумя лепестками предыдущего ряда и вывязываем столбик с двойным накидом. 1, 5 воздушных петель. И в ту же арочку еще 1 столбик с двойным накидом. Так. 5 воздушных петель. Двойной накид. Заходим в основание. Вывязываем столбик с двойным накидом. Оставляем на крючке еще один столбик в ту же точку. Мы связали один лепесток. На крючке 3 петли провязываем все одной петлей. Теперь давайте вот тут вот в эту арочку провяжем не во вторую петлю, а подарочку. А потом сравним, как они, есть отличия или нет.
Делаем двойной накид, заходим под арочку, вывязываем столбик с двойным накидом. Один, второй, третий. На крючке 4 петли, провязываем все одной петлей. Лепесток связали. Вот лепесток у нас, который выходит из-под арочки и который из петельки. Ну, кто это заметит? Так, идем далее. Заходим в следующую арочку, вывязываем лепесток из 3 столбиков с двойным накидом. Сейчас я вяжу из подарочки, а не во вторую петлю. На крючке 4 петли, так быстрее. И лепесток, мне кажется, красивее получается. 5 воздушных петель. Двойной накид на крючок. Заходим в основание. Двойной столбик с двойным накидом. Еще один в ту же точку. На крючке 3 петли. Провязываем все одной петлей. Теперь мы просто в конце ряда вывязываем 2 столбика с двойным накидом в пятую точку, в пятую петлю подъема, второй. Третий ряд связан. Набираем 5 петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Переворачиваем работу. В столбик во второй вывязываем столбик с двойным накидом. 1 воздушная. Мы сейчас вяжем 4 ряд. Ну, чтобы так сориентироваться. Вывязываем лепесток. Мы помним, что у нас здесь есть 2 дырки. Ну, куда хотите вяжите. Хотите из одной дырки вяжите, хотите из двух. И вывязываем пышный столбик. Один столбик двойным накидом. 2, 3. На крючке 4 петли провязываем все одной петлей. 3 воздушные петли. Заходим вот сюда, где у нас соединялись 2 лепестка в предыдущем ряду. И вывязываем лепесток. 2 столбик с двойным накидом. И 3 столбик с двойным накидом. На крючке 4 петли провязываем все одной петлей. Цветок связали. 3 воздушные петли. Заходим в арочку и вывязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 3 воздушные петли. Заходим в основание лепестка в предыдущем ряду и вывязываем пышный столбик из 3 столбиков с 2 накидами с 1 вершинкой. На крючке 4 петли провязываем все одной петлей. 3 воздушные. Заходим в основание, вот где соединялись у нас 2 лепестка, вот сюда, и вывязываем лепесток. 1 столбик, 2, 3. На крючке 4 петли провязываем все одной петлей. Листочек, цветочек связали. 3 воздушные петли. Заходим в арочку, вывязываем 5 столбиков без накида. Обвязываем эту арочку столбиками без накида в количестве 5 штук.
3 воздушные петли, двойной накид на крючок, заходим в основание лепестка предыдущего ряда, вывязываем пышный столбик из 3 столбиков с двойным накидом с одной макушкой. На крючке 4 петли, провязываем все одной петлей. 3 воздушные и вывязываем второй лепесток. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик. На крючке 4 петли, провязываем все одной петлей. 1 воздушная. 2 столбика с двойным накидом и в 5-ю петлю подъема вывязываем еще 1 столбик с двойным накидом. 4-й ряд связан. Далее повторяется 1-й ряд. Вот такой вот красивый, очень привлекательный, легкий узор. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и в соцсетях. Описание будет находиться в ссылке под видео. А пока-пока!